Среди тех, кто гуляет сейчас по этим маленьким старинным улочкам Сараева, есть девочки или девушки, на которых невольно обращаешь внимание, потому что они тоненькие, стройные, в какой-то степени по осанке, по манере вести себя очень похожие между собой. Всегда они идут с какими-то необычными предметами, слишком громоздкими в их тонких девичьих руках. Все это неудивительно, ибо здесь вот, во дворце спорта Скандерии, проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. И эти девушки, это гимнастки, приехавшие в Сараево из разных стран мира. Сегодня в нашем репортаже мы расскажем вам о том, как проходит борьба за абсолютное первенство. Самое главное состязание, пожалуй, этого чемпионата мира. Открывает соревнование в споре за абсолютное первенство болгарская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 1987 года Бьянка Панова. После командных состязаний, впервые проводимых на чемпионате мира, право выступить в решающей стадии первенства получили 26 лучших гимнасток. Ну, а командное первенство, вы, конечно, знаете, оно разыгрывалось впервые, разделили между собой сильнейшие гимнастки мира, сборные Советского Союза и Болгарии. Это неудивительно. Именно в споре этих гимнасток решается постоянно судьба первенства. Следом за Пановой выступает Оксана Скалдина, дебютантка чемпионата мира, прекрасно выступающая в нынешнем сезоне. Так легко выполнила свою композицию Скалдина, словно это для нее не чемпионат мира, не нечто неожиданное.
а что-то давно знакомое и привычное. Это умение владеть собой, это качество отличает спортсменов очень высокого класса, и к этому качеству приучить нельзя, это должно быть в крови. Ну, оценка за выступление Бьянки Пановой 9,9 балла. Вы знаете, пусть вас не смущает тот факт, что оценки появляются чуть-чуть позже. Гимнастки выступают одна за другой, буквально почти через несколько секунд сменяя друг друга на гимнастической площадке, и поэтому оценки арбитр выставляет только после выступления следующей спортсменки, а то и через два выступления. На ваших экранах Адриана Дунавская из Болгарии. Вы знаете, в общем, в сборной Болгарии лишь одна дебютантка, это Юлия Байчева. Она не получила права выступить среди 26 сильнейших гимнасток, так же, как и наша спортсменка Оксана Костина. Не потому, что она не попадала в число 26 лучших, ибо и наши болгарские гимнастки могли бы выступать уверенно в числе 10 сильнейших. Вот оценка за выступление Оксаны Скалдиной, а просто потому, что по правилам состязаний к финальной стадии допускаются лишь две представительницы одной страны. А вот на ваших экранах Дайана Симпсон из Соединенных Штатов Америки. Я уже говорила в предыдущем репортаже о том, что этот вид спорта в Соединенных Штатах приобретает все большую популярность. Но, тем не менее, спортсменки не добиваются больших успехов. Однако там как бы совершенно другой уклон в развитии художественной гимнастики. Там этим видом спорта занимаются действительно девушки, молодые женщины в университетах, в колледжах. Наверное, об этом нам тоже надо подумать, потому что, когда мы говорим о массовом развитии того или иного вида спорта, мы прежде всего должны думать о студенчестве, о школьниках, о тех, кому этот вид спорта может украсить жизнь, может стать хорошим помощником просто в работе, в будущем деле. Словом, художественная гимнастика не только вид спорта. Это может стать образом жизни. И это было бы очень хорошо, если бы это у нас таким сделалось. Ну, а Дайана Симпсон 25 лет. Подумайте, у нас в художественной гимнастике уже спортсменки, которым за 20, забыли о том, что это вид спорта для них. А она вот по-прежнему занимается, выступает, принимает участие даже в мировых чемпионатах. А главное, получает удовольствие, что самое важное. Ну, не буду акцентировать внимание на оценке Симпсон. Думаю, что она невысока. А вот и 9,9 у Адрианы Дунавской. Таким образом, три пока лидера в споре за абсолютное первенство – это Бьянка Панова, Оксана Скалдина, Адриана Дунавска. А сейчас мы познакомимся с вами еще с одной талантливой гимнасткой из Испании, Анной Баутиста. Она удивила всех в нынешнем сезоне, став призером розыгрыша Кубка Европы. Thank you.
В Испании сейчас создается прекрасная школа художественной гимнастики. Там много талантливых спортсменов. Причем многие из них уже блистали на гимнастических площадках в разные годы. Сейчас они стали уже тренерами. Кстати, гимнастки в Испании весьма популярны. Они очень часто выступают по телевидению с уроками. Но сейчас мы смотрим с вами выступление нашей главной гимнастки Александры Тимошенко. Летняя киевлянка Александра Тимошенко в прошлом году стала абсолютной чемпионкой Европы, была бронзовым призером Олимпийских игр. Тогда впервые Олимпийские игры выиграла советская гимнастка Марина Лобач. И в этом сезоне она бесспорный лидер в нашей команде. 9,7 оценка за выступление баутистки. Она лидер и в нашей команде, и, вполне возможно, на международном помосте. Вот и оценка. Пока первый заключительный день состязаний, максимальная оценка за выступление спортсменок. Итак, Александра Тимошенко впереди, затем по 9,9 балла имеют Бьянка Панова из Болгарии, Адриана Дунавская из Болгарии и Оксана Скалдина, также киевская гимнастка. Ну, а как расположились гимнастки дальше, вы видите. Словом, главная борьба по-прежнему между спортсменками Болгарии и Советского Союза, но с небольшой поправкой. Сейчас уже не так, как несколько лет назад. Пока впереди наша спортсменка. А мы смотрим выступление Бьянки Пановой. Знаете, для многих было неожиданностью. Был неожиданностью тот факт, что Бьянка Панова собирается выступать на чемпионате мира. Ибо прошлый сезон для спортсменки, которой в этом году исполнилось всего лишь 19 лет, в общем-то, юный, был настолько неудачным,
что многие поговаривали, да и она сама, о том, что она заканчивает свои выступления, уходит из большого спорта. Но все-таки любовь к художественной гимнастике взяли верх, и она снова среди тех, кто оспаривает награды. А мы смотрим с вами выступление Оксаны Скалдиной. Конечно, нельзя не восхищаться великолепной хореографической подготовкой воспитанниц тренеров Альбины и Ирины Дерюгины. Но, впрочем, сейчас идет напряженная спортивная борьба, поэтому не хочу акцентировать внимание на каких-то тонкостях. Я успеваю лишь только сообщить вам чистые технические результаты. 9,95 оценка за выступление Бьянки Пановой. Итак, пока не выступали другие, а Скалдина получает 9,9. Лидер Бьянка Панова. Скалдина проигрывает сопернице 0,05 балла. Следом еще одна претендентка на победу — Адриана Дунавска. Очень техничная гимнастка Адриана Дунавска, но вы знаете, вот сейчас, наблюдая в этом году ее выступление, я понимаю, что она только начинает открывать в себе какие-то эмоциональные возможности и, может быть, раскрываться в этом направлении. Но вот быстротечна жизнь гимнасток в спорте. 20 лет уже время, когда подумывают о том, что надо заканчивать выступление, и очень жалко. Наверное, как и в... Кстати, посмотрите, оценка невысокая, 9,8 балла. Дунавска как бы отходит на третью позицию. Но я закончу свою мысль. Художественной гимнастике по фигурным катаниям нужно подумать о том, чтобы найти свое продолжение в будущем, не потерять свое искусство, приобретенное в детстве. И именно поэтому, вероятно, хорошо будет, когда будут созданы какие-то, ну, своего рода театры художественной гимнастики. А может быть, они потом выльются и в профессиональные выступления, и будут проводиться уже мировые первенства для профессионалов. Тогда художественная гимнастика откроется нам в каком-то новом своем качестве.
Сейчас вы наблюдаете за выступлением Эрики Акиямы, которая неожиданно для многих оказалась среди 5 лучших гимнасток после первого вида программы. Вы, наверное, обратили внимание, конечно, на то, каким рискованным было начало выступлению Александра Тимошенко. Аж сердце захватило его, знаете, от ужаса. Но я сразу же поймала себя на том, что кто не рискует, тот и не побеждает. Ведь сейчас мы смотрим с вами выступление сильнейших. 9,9 балла. Кстати, почти все арбитры дали такую оценку выступления Тимошенко. И вот сейчас мы видим с вами, что впереди Тимошенко. 0,05 балла проигрывает ей Панова. 0,05 Пановой проигрывает Скалдина. И затем 0,1 балла уступает Оксане Скалдиной Дунавской. Вот 4 гимнастки, которые продолжают сохранять надежды на победу, хотя, конечно, весьма призрачные надежды у Адрианы Дунавской, но главная борьба, по-видимому, пойдет между первыми тремя. И Бьянка Панова по жребию, как вы знаете, открывает программу в третьей композиции.
Вы знаете, когда выступает Бьянка Панова, невольно возникает ассоциации с балетом. Действительно, эта гимнастка с великолепной хореографической подготовкой, пожалуй, первая из болгарских гимнасток, в какой-то мере напоминавшая нашу школу, именно этим вызывает восхищение в первую очередь. Следом за ней выступает Оксана Скалдина. Озорная насмешница Оксана, именно такой образ создает она на гимнастической площадке, видимо, полностью чувствует себя здесь как дома. В этом ее прелесть. 9,95 балла. Оценка за выступление Бьянки Пановой. А вот Оксана Скалдина проигрывает своей сопернице главной еще 0,05 балла. Таким образом, их уже отделяет 0,1. Теперь смотрим выступление Адрианы Дунавска, идущей пока на 4-м месте. Адриана Дунавска занимается под руководством Светлы Колчевской, но по-прежнему к чемпионату, как и раньше, ее готовит Нешка Робева. Вообще, в болгарской школе художественной гимнастики произошли некоторые изменения, своего рода конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают время от времени в женских коллективах. 9,9 оценка за выступление Дунавской. И мы смотрим с вами композицию в исполнении итальянки Сары Феррари, которая также входит в десятку сильнейших. В этом репортаже, который ограничен временными рамками, я, безусловно, стараюсь сконцентрировать ваше внимание на выступлениях главных претенденток на победу, 4 гимнасток, 2 из Советского Союза, 2 из Болгарии. Но время от времени хочу показывать вам спортсменок из других стран, которые также растут, стремятся к прогрессу.
добиваются каких-то самостоятельных успехов, словом, которые создают популярность этому виду спорта у себя в странах, а потому и в мире. Итак, одна из них – итальянка Феррари. В прошлом году, во время Олимпийских игр, я обратила внимание на эту гимнастку. Она была в числе 6 сильнейших и, в общем, на мой взгляд, произвела очень приятное впечатление. И сейчас, несмотря на то, что ее конституция чуть-чуть изменилась, она была уж совсем юная, очень тоненькая, сейчас проявилась какая-то уже возрастная деталь в ее конституции, все-таки она производит приятное впечатление. Но сейчас выступление Александры Тимошенко, лидера чемпионата. Знаете, может быть, я не права, но руководствуясь опытом наблюдений за выступлениями Саши, я все-таки всегда волнуюсь, когда она выполняет композицию с лентой. Мне кажется, что здесь то ли ее характеру присущ тот размах, который лента иногда не прощает, но во всяком случае всегда какая-то напряженность есть и волнение, что вдруг будет какая-то ошибка 9,6 балла. Оценка за выступление Феррари, а мы ждем Тимошенко, 9,9 балла. 9,9 балла. Таким образом, Бьянка Панова сохраняет свою вторую позицию, но вплотную приблизилась к Александре Тимошенко. И вот она сейчас готовится к выступлению. А уже заняла место на площадке польская спортсменка, а Бьянка готовится к своей последней композиции. Очень напряженный момент, в какой-то мере психологический, потому что Бьянка уже, в общем-то, вся там, на площадке, но еще должна закончить свою композицию Ванда Белецкая из Польши, которая находилась на площадке, но ее почему-то попросили, видимо, не готово ее музыкальное сопровождение, и вызывается Бьянка Панова. Такое тоже бывает на чемпионате мира, и к этому надо быть готовым. Тереза Карнич напутствует Бьянку Панову, ее новый тренер. Раньше она занималась под руководством
Нэшки Робевой, но вот конфликтная ситуация, которая сложилась в прошлом году в сборной Болгарии, предопределила уход Бьянки к новому тренеру, предопределила некоторые сложности в жизни Нэшки Робевой, безусловно, человека одаренного, очень талантливого, создавшего школу художественной гимнастики в Болгарии. Но времена меняются, и все изменится, я думаю, в Болгарии тоже. Ну а сейчас выступает Бьянка Панова, 29,8 балла. Оценка за предыдущие ее композиции. Очень чисто, очень красиво выполнила свою композицию Бьянка Панова. Очаровательная гимнастка, всегда вызывающая симпатию, ну, своей воспитанностью, своей какой-то мягкостью, тонкостью. Прелестная девушка, которая прошла уже сложную, прожила уже сложную жизнь в этом виде спорта. Она нелегко восходила, хотя всегда подавала надежды. Она блистала, потому что на предыдущем чемпионате мира в Варне она завоевала все золотые медали. Вот и сейчас оценка за ее композицию 9,9 балла. Высокая, но еще не выступала главная ее соперница Александра Тимошенко. А сейчас Оксана Скалдина. Знаете, безусловно, подкупает та легкость, которая делает сложнейшие элементы, выполняет сложнейшие композиции Оксана Скалдина. Как бы озорно говоря всем, знаете, из этой детского стишка «Огни Барто», «Я еще не так могу», 9,9 балла. Такова оценка за выступление Оксаны Скалдиной. Она пока на третьем месте. Ну, а теперь выходит Александра Тимошенко. 29,8 балла. Такова оценка
за все композиции Тимошенко после трех видов программы. Такая же, кстати, как была у Бьянки Пановой. Знаете, сказочно получаются, конечно, эти повороты в аттитюд, над которыми так билась, я помню, Ирина Дерюгина и Саша Тимошенко в нашей гимнастке. Вообще прекрасно выступала, и тоже легко, и озорно, но совершенно по характеру они разные. Оксана Скалдина и Александра Тимошенко. Теперь ждем оценку. 9,9 балла нас не устроит, потому что тогда соперницы разделят между собой первенство Бьянка Панова и Оксана и Александра Тимошенко. И пока выступает Милена Релин, мы все в ожидании. А это выступает гимнастка из Югославии. И, естественно, все зрители все свои симпатии отдают ей. Милена Релин последний раз выступала в споре за абсолютное первенство. Она очень много раз побеждала на чемпионате своей страны, радовала болельщиков, любителей этого вида спорта. Ну, а теперь, вероятно, прощается с гимнастикой. 9,95 балла оценка за выступление Александры Тимошенко. И теперь мы с вами понимаем таким образом, что у нас в стране появилась новая абсолютная чемпионка мира Александра Тимошенко из Киева. Любопытно, что титул сильнейший вернулся в нашу страну 10 лет спустя, а 10 лет назад абсолютной победительницей была ее тренер Ирина Дерюгина. Таким образом продолжаются, как принято говорить, традиции, победные традиции, которые были заложены в киевской школе Альбины Николаевны Дерюгиной, воспитавшей свою дочь Ирину Дерюгину. И затем продолженные ею же и ее дочерью и ученицей. И вот сейчас, безусловно, мы с вами являемся свидетелями триумфа этой школы художественной гимнастики в мире, ее признания. Александра Тимошенко в 17 лет впервые абсолютная чемпионка мира. В прошлом сезоне она стала абсолютной победительницей европейского первенства, была бронзовым призером Олимпийских игр. В нынешнем году выиграла все крупнейшие состязания. Она стала обладательницей Кубка Европы, стала победительницей абсолютного чемпионата Советского Союза. И вот
титул сильнейшей гимнастки мира. Мы уже 2 года говорим о том, что в Киеве живет талантливейшая девушка, прелестная, очаровательная, очень способная, конечно, с характером, с норовом, но таланты не бывают легкими. Но сейчас мы видим с вами, как она реализовала свое дарование. А это большой труд, независимо от того, каким талантливым ты не являешься. Ирина Дерюгина награждает серебряного призера и так скромно поздравляет свою ученицу. Серебряным призером стала Бьянка Панова из Болгарии. Для нее это успех, потому что она вернулась в художественную гимнастику, уже попрощавшись с ней. Ну а бронзовым призером становится Оксана Скалдина, еще одна воспитанница Альбины Николаевны и Ирины Дерюгиной. Ну что ж, поздравляем тренеров, поздравляем гимнасток с их успехом, верим в их дальнейшие победы и прощаемся с участницами чемпионата мира. А на сегодня наш репортаж закончен. Организован он был главной редакцией спортивных программ телевидения и радио. Вела его Анна Дмитриева. До свидания, всего доброго.